Всем привет, очередная посылка с Америки. Вот здесь подарок моему родственнику и, естественно, подарки для себя. Так, как обычно, куча бумаги. Ага. Это раз сверток. Это два сверта. И больше ничего нет, и я синевой тоже. Так, ну с чего начнем? Начнем с большого сверстка. Видно все? Вот такой вот кипон. Как раз жара под 40 у нас здесь. И черная кепка будет самую тему. Тыква у меня большая, не знаю, наверное, подойдет, не подойдет. Мы порезка. Примерим, только лицо не снимай. Слушай, идеально, четко село. Здесь японские или китайские иероглифы. Скорее всего, японские, это, наверное, cold steel, потому что кепка идет от них. Вот. Так, это раз. Свои ножи пока не буду открывать, откроем кое-что другое. Откроем вот это. Это, значит, подарок моему зятю. Cold Steel Spartan. Я уже держал это тоже в руках. А зять мечтает о нем. Ладно, я не буду этого делать, пускай он сам откроет. Ладно. Доставай. Доставай, а потом можно я твое лицо сниму? Нет. Так как нож идет к тебе, ты должен его сам открыть. Это да. Мощь? Ты хотел такой? Это... Для чего он тебе, в двух словах? Ну зачем тебе большой нож? Походы, походы. Не, правду говори, то, что ты мне рассказал. Люди, мясо там, давай говори. Потом скажу. Не, на камеру давай, компромат мы записываем. На, держи теперь, да, я тоже пощупаю его. Хватит, хватит, дома пощупаешь, дай мне. Да, я тоже такой хочу себе, держи. Охренеть. Да. Нож. А где еще клипсов? У меня вот, сертификат есть, да? Сертификат у меня дома должен быть. Да. Такой нож без сертификата не стоит носить в кармане, так как менты не поверят, что это перочинный нож. Тяжело будет объяснить, что это просто для того, чтобы хлебушек порезать или карандаш заточить, не? Так, ну ладно, это с твоим закончили. Потом пощупаем, да, я к своим переключусь. Значит, вот такой штучкой я тоже взял. Зиппо. Давно хотел, я не курящий человек, но Зиппо как-то мне нравится, не знаю, может... Она наклейка, ну все как серьезно, видишь, все заклеено. Варнинг, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 16.95. Это что, доллар? Ох ты, ценник что ли? Или что это 16.95 зиппо? Или размеры в грамма, ладно, не будем открывать. Не курю, но пусть будет. Значит, это все шло в кубе, как бы, как акция, как все, типа, от фирмы Cold Steel. Здесь у нас вот такой куду, страшный нож. И это у нас фокус есть, видно? Видно. Здесь у нас, значит, XHP Steel. То есть здесь Recon One, CTX XHP. На клинке. Лимитированная версия. Нож я никогда не держал в руках. И из-за стали AOS 8 не хотел его покупать. Но так как здесь такая крутая сталь появилась, я все-таки решил его взять. Ох, какой мощный типец. Слушай, он как-то выглядел по-другому. Но почему-то ни на клинке, ни маркировки стали, ни серийного номера нету. По идее, в лимитированной версии покрытие тоже должно быть более такое стойкое. Но здесь, мне кажется, обычное покрытие, которое быстро облазит. Вот такой вот ножик. Миночек. Почти по центру. Это фокус сделай, ближе фокус виден. Сведение какое-то как будто стомесочное.
И снято много. Здесь очень мало снято. Их с одной стороны как будто заточено. Все в масле. Что-то он уже заел. Так, раз. И куду тоже посмотрим, что за страшный тип. Ну надо же, блин. Даже наклейка страшно идет с ножом вместе. Написано warning, осторожно. Видимо, опасный нож. Что пришлось наклейку даже поставить. Ох, какой, аж пыль вылетела, да? Да. Вот такой вот нож с пластмассовой рукояткой. Чисто такой киллерский убийца. Не? Длинный, большой. Ну, короче, вот такой вот анбоксинг. Вот такие вот ножи. На себе, в натуре здесь надо варнинг. Нужно без руки остаться. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.